Подошла, говорю, там кто-то есть, она, да. Потому что невестка мне сейчас вот по телефону сказала, когда я ее услышала голос, такой, знаете, у нее какой-то очень был такой, тихо, да. Ага, она такая, как в прострации какой-то. Пришла ко мне женщина с 12-й квартиры, вот она говорит, у вас есть внучка? Я говорю, да. Не волнуйтесь, но она, по-моему, в лифте там упала или застряла, я не помню. Ну, я со всех порог как была, так и побежала вниз, да, оказалось, это моя внучка. Выходила гулять девушка, я услышала, она просто стучала, она даже не говорила, у нее был сильный спух, я подошла, спросила, она сказала, она, наверное, с этажа второго летела, может, даже с третьего, вот, и потом выключился свет, она полетела, был сильный удар, потому что в позвоночник пошел, она говорит, очень болит ребра и позвоночник. Вот, ну я поднялась, мы позвонили, вызвали службу, службы не очень адекватно отреагировали. Лифт был где-то вот между этажами. Чуть-чуть ниже, но я так поняла, он упал и потом отпружинил и немножко поднялся, потому что он был ниже, вот, опущен. Ну мы видели девушку, мы пытались раздвинуть двери, но у нас не получилось, и потом пришли, раздвинули, ушли. И мы на родителей достали девушку, но у нее уже были боли, поэтому сразу вызвали скорую, милицию. Вот. Но я так понимаю, со слов девушки, которая находилась внутри, она говорит, он ехал, потом выключился свет, и он резко полетел вниз, потом был удар, ее ну, хорошо ударило, и потом, видно, лифт немножко приподнялся, видно, отпружинило ее. Руками она нормально, в ногах что-то там нашли, что ну, я бегала, ждала, двери эти у нас же захлопываются. Вот. Она сделала укол, аналгин, димедрол. И что-то еще, да? И все, да, аналгин с димедролом. Сказала, принесите жесткие эти самые носилки, и мы едем. Сколько лет? 17. Значит, едем на космическую. Когда открылся лифт не открылся до конца, все две створки. Открылась только вот та вот створка. Лифт был опущен, ну, примерно наполовину, да? Да. Да, примерно наполовину ниже. И она там сидела. Вот спасибо женщине, это она быстро это все сделали. Это ж... Ой, МЧС мы звонили, да. МЧС вызвала скорую, ее так долго не было. Чтобы это было официально, все зарегистрировано. Потому что, извините, мои дети здесь 2 года назад застряли перед Новым годом в лифте и просидели здесь 1:40. Лифт оборвался, я такого слова не... Хорошо, не давайте слышала. Мы сейчас соберем материал, а потом вы будете переходить к моему заключению, когда вы подаете... Лифт... Да, наверное. Сейчас примем решение, как быть, чтобы нужен эксперт, который человек. Чтобы не могли опять посторонние туда что попасть. Что посторонние, что лифт находился в том положении, которое ну, он есть. Ну да, в котором он был. Лифт был в исправном состоянии, проверяли его в марте месяце. Он был в исправном состоянии. А сейчас что? Сейчас я пояснить ничего не могу, так как мне не дают никакой информации. Меня к лифту не подпускают. И что случилось? Я приехала, ребенка уже забрала скорая, я больше информации никакой не знаю.